Sorry for party rocking. Ребята, вы понимаете вообще, что это первая наша поездулечка? Лёня спит. Поездулечка? Ну, типа гастроль. Ну, гастроль. Мы на первой остановочке на пути на нашу концертулечку. Мы с тобой два прыжка. Я красивая. С тобой надо снимать. Сравнение. Все познается в сравнении. С Лешей лучше не сниматься. Мы очень интересно снимаемся. Какова наша разница в росте? Артём, что вы думаете по этому поводу? Ладно, как обычно, все журналисты по этому поводу. По какому поводу? Есть Артём Троицкий, есть Артём Троллицкий. Троллицкий, да, это наш. Вот мы, значит, почти в Сафоново. Как вы все помните, я обещала тёлочек на фестивале. Тёлочки есть. Это не Лёня. Это вот эти девчата! Я вижу ваших рук! Дэш-атыры мимо. Трафик. В-3. Понял. Г-3. Это получается... Паша, забил! Забил! Я посмотрела 3 сезона топ-модель по-русски. Потому что у меня взрывается мозг. Лёша спит. Села такая, все, и переживаю за них, кто там как фотосессию прошел, кто никак ногу не так поставил. Мы идем в туалетик. Ты идешь в свой тубы. А ваш? А мы в другой. Здравствуйте! Что вы думаете по поводу творчества группы Югославия? Хорошая люди. Вот, я тоже так думаю. Мы теперь будем брать интервью у Паши. Почему? Через окошко. Почему же все-таки Павел... Кстати, напомню, клавишник группы Югославия решил говорить на белорусской мове. Итак, Павел, что вас подвигло? Ну, видите, на самой справе я завсёды с великой повагой отношусь до людей, которые разговаривают по-белорусски. Вось, и тому я захотел отчувать больше повагу до самого себя, и с этого началось мое... становление. Ну, дякую. Мы шлях белорусомовности. Видите, я тримаюсь уже амаль 2-3... 2 недели! А, ну, дякую. Я веду, что вы добры до меня относитесь. Не глядя на то, что я разговариваю по-белорусски. Мы тебя любим, Паша! Я вас тоже люблю. Отдайте паспорт, а? Ой, морозы да сосны, а партизанские сестры. Паспорт, верните. Минутка русской народной песни. Ой, ты степь широкая. Ой! Мужик, стоп, вот этот ваш, мужик? Не, во-первых. Вот тот мужик. Где? Да. Он с синим флайером нашей. Второй тоже с синим. Вот это Антон. Он нас сейчас будет встречать. Иди. Пропуск! Парк развлечения в Сафоново. Зубастая лягушка. Артём сказал, что он бы вдул этому помещению. Мы сейчас заходим в туалет. Самое интересное для нас. Туалетная бумага. Так можно и выпить ее, что ли? Тик-тик-тик-тик-тик-тик.
это дорослые люди. Бутики у Лёни есть. Слухай, ты зворятела, Вика. Лёня, что ты думаешь по этому поводу? Как настрой боевой? Юля, ты уже давала интервью, тебе ничего не запихали. Я плохо давала, давай я передам. Кому передашь? Что передашь? Интервью. Давай. Ну? Какой скандаль? Повторите вопрос. Я поддержу. Да, мы любим этот фестиваль. Ты тут стоишь и спрашиваешь меня. Обед! Запись включила? Запись идет? А кто это перед экраном? Артем так уходит огурец из кадра и уменьшается огурец. Чувствую себя какой-то вялый. О боже, какой он был классный, тёлочки, обратите внимание. Ага, смотрите, какой он за кадром. О, брутален. Юля, наверное, поёт. Так, наверное, поёт. Хотя не факт. Это точно. Предположим, дальше. У вас бас. Так, у меня бас, предположим, дальше. Барабаны. Подождите, барабаны. Кто барабаны? Вот этот человек? Ага. Гитара. Yeah. Хорошо. Итак, внимание, правильно. Подождите, гитара. Две гитары, две бас. Две гитары, и... бас у меня, ага. Барабанщик, и ты вроде как бы поешь. Да. Внимание, правильный ответ. Снимай гитарист. Правильный. Певица. Барабанщик. Ладно, угадал. Певица. Наверное. Басист и клавиши. Да, басист. Да, он конкретный человек. На самом деле вы зря запоминаете его лицо, потому что он работает попой к зонтику. Алексей только что раздал автограф. Артем, вас долго приглашать отдать автограф? Меня заставили петь. А со второго класса я еще играл на аккордеоне. Не расстраивайся, так с каждым бывало. Пишите Павлика. Я не могу об этом больше. Мы рады, что Павлик поделился с вами этим. Скажите, Леонид, почему вы считаете себя анонимным музыкантом? Как вы дошли до этого? Мне дали пропуск. Собираете кнопку? На нем не написано имени, поэтому я... Оказался она не... Нахуя их на снизу вешать, блядь? Это тоже бывает очень часто, не расстраивайся. Не расстраивайся. Ну, нам скоро выходить на сцену, поэтому я морально готовлюсь, перешел на русский язык, потому что петь буду на русском. Леша, вообще, короче, мы скоро выходим. Классно. Так, да? Главное, чтобы ты колбасился, мы все от тебя вообще. Я всегда колбасился. Если ты...
Ну вот, типа, мы выступили. Ну что вы можете сказать? Что? Можно было лучше, в принципе, но... Я старался. Я танцевал, играл. Можно было и хуже. Это тоже важно. Ну? Качество... Ты можешь говорить? Микрофон, да. Вот он, что имел в виду. Первый, блин, ну так, нормально, можно есть. Что вы скажете? Хорошо, выступили, молодцы. Ну, отлично. Что я скажу? Я, как обычно, конфетка просто. Только без голоса. Вот этот цветочек мне подарили. Никто не... Пока, Сафон! Пока, девочки! Пока, палаточки! Дякую! Пока туалетик. Нажратые панки, пока. Панки в лавандовом. Пока, пока, ребят. Мы застряли. Что это было? Опа. Зараз. Сегодня... Какой сегодня? 14-е. Все тоже 14-е. Слава Богу, пока. Еще 14 липня. Сегодня, зараз. Який час? Сейчас по московскому времени 6:35. По минскому 5:35. Ось, вы чули, в яким часе мы застопорились. Вода так сама, майже что скончилась. Ежа так само майже что скончилась. А пошний бутерброд был отданный на з'ядіння. Хто з'їв пошний? Лёня. Лёня. Следующего мы съедим Артём. Лёша уже хочет есть. Тут лётают комары, и он может их ловить и есть. А он не хочет. Лёша, передай Лёше. Ребята, кто хочет доживать, мой жвачку. Боже, боже. А потом... Ребята, с толкача! Чтобы мы поехали домой. Ой! Иди, как они! Быстро! Главное, что здесь есть массаж. Я хожу на массаж. Я хожу это массаж. Просто самое главное. Я хожу на массаж. Мы уже у Минску. Мы у Минску. Я шел с тобой. Ура! Ура! Мы на молочном комбинате. Никто не знает, что мы пережили, но мы это сделали. Мы навернулись. Навернулись. Ура! Мы потеряли Лешу. Нам пришлось заложить Лешу и Леню. Заложить, а? На органы. Сафоний! Сафоний, ты был? Ты был супер великолепен! Привитание от Югославии! Мы настоящие рокеры, мы все это выжили!